Всем ни бага ни лага, зрители и подписчики нашего канала. С вами я, Жека, неутомимый Вуди, превращающийся постоянно в бобра. Но на самом деле бобром он может стать не под просто полнолуние, а даже из рубки деревьев. И я думаю, вы это знаете, раз вы смотрите меня, думаю, уже давно. Так, теперь он мой друг, это свинья. Зачем я это сделал, я без понятия. Просто эта еда бы просто-напросто пропала. Я хочу сделать себе еду. Потому что я хочу отправиться в подземелье, в шахты, вы поняли, да? Я хочу отправиться в шахты, и там будет нас наверняка ждать что-то нехорошее. А зачем же Женя хранит в своем холодильнике гниль? А все это связано с тем, что в прошлой серии у нас испортились наши шарики. Надо ее, кстати, забрать и использовать хотя бы как топливо. Вот так вот объединим. У нас почти кончилось мясо, у нас есть шарики, фонарики... нет огня. Шапка, которая нам не нужна, соответственно, мы ее оставим там. Хорошо. Буйвольная шерсть нам тоже не нужна, в общем-то. И все вроде бы как. Давайте вот это возьмем, съедим сейчас. Или нет? Сейчас не будем ничего есть из такого. Это возьмем. Гниль оставим здесь. Очень много вещей. Как всегда, у меня очень и очень много различного хламья. Это неудивительно, абсолютно. Так, возьмем вот это. Возьмем, соответственно, вот это. И возьмем... Я не знаю. Вот это. Мне просто очень понадобятся вот эти штучки все. Хорошо. Так, ладненько, все. Прыгаем в червоточину. Честер, ты за мной, да? Свинья вряд ли за мной в червоточину прыгнет. Я очень в этом сомневаюсь. Нет, смотрите, она рядом. О, что с тобой? А где твоя шапка? О, все. Шапочка-то появилась, это хорошо. Честер, иди сюда. Хотя, Честер, ты будешь все равно пустым там у меня бегать. Я замерзаю. Надеюсь, я успею. ХПшечка-то падает, и хорошо падает. Давай. Нет, я не умру. Блин, летучие мыши. Давай, ты успеешь, да, все, фу. А подземелье-то я не замерзну, там нет зимы особо, да? О, да что ж ты будешь делать? И у меня карты нет. Так, ну хорошо, по крайней мере мы видим, это здорово. Ну, читерский способ. На самом деле, честно, ребят, я не хотел так подобрать. Просто, видать, полнолуние пришло. И меня превратило. Так, ну, по крайней мере, здесь очень много... Ух ты. А вот такую я еще не видел. Чтоб здесь была она. Только не вставай, я тебя умоляю. Мне просто они реально здесь не нужны, пауканы, так что я за зайцев на данный момент. А зайцы сильные, слушайте, надо будет себе построить заячьи логово, да? Наверху, я думаю, это будет гениально. Воу, ребята. Зайцы, помогаем. Зайцы, о, навались! Навались, ребята! Хе-хей! Так, а я... Куда ты жрешь морковку? Так, я поем. Они не едят, я надеюсь, морковку? Ну, морковка, ладно, пофиг-то с ней. Главное, чтобы они не ели свои кроличьи хвостики. От них у меня зависит. И смогу ли я себе построить... Ой. Все-таки это не пофиксили. Ну, хвостики тоже хорошо. Воу. Что творится с этим миром? Нет! Кустиков, это хорошо. Блин, а я собрался не по-читерски. Нормально. Пауканы. Давайте ко мне. Давайте за мной. Все за мной. Зайцы, побегайте. Ох, навались, ребята. Давай, красава. Вообще молодцы, ребятки. Классно, слушайте, вот это значит гениально просто. Это на самом деле гениально было. Так,
Уничтожим вот это все. Слушайте, а знаете, в чем проблема? Если я начну собирать мясо... Если я начну собирать мясо, то меня сразу начнут атаковать зайцы. Вот это нехорошо, как бы. А вон еще, да? Это последнее. Давайте. Так, давайте, все за мной. Все за мной. Все за мной, говорю. Kill, 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 kill. Что это все? Все зайцы, что остались? Ну слушайте, круто, исследовали такой кусок, вообще это здорово. Я безумно этому рад. Пом-пом-пом-пом-пом-пором. Они всю поели, смотрите. Так, в этих что-то может быть у нас, да? Нет, тут только золото такое. Я просто знаю, что в таких местах, в таких, как сказать, сталагмитах, сталактитах, да, попадаются у нас интересные и вкусные шняжечки. Да, бобром это слишком чистерски. Я бы сюда бы пошел, я не знаю, ну не раньше, чем через несколько бы дней на самом деле. Так, нам надо поесть, а то я сейчас превращусь обратно. А вот, хотя бы дерево валяется у нас стоит, да? Очень много пауканов. Улитки. Воу-воу, иди, что-то остановился такой. Хоп, и стал, и не идет. По крайней мере, мы исследуем куча всякой всяшки. Сняжечки здесь интересные и вкусные, которые мы исследовали бы здесь, ну, не раньше, чем через пару серий, скажем так, я бы сказал бы так даже. А, что у нас здесь? И все это мы видим, офигеть, в ночи. Читер! Читер! Так, мне надо будет скоро хавать, так что ищем какое-нибудь дерево. А то за мной тут, смотрю, толпа просто обожающих меня людей, или там, скажем, созданий тогда. А смотри, пауки против летучих мышей тоже сражаются, это довольно прикольно. Ой, а тут много, смотри, сколько улиток. Улитка. Очень много улиток. Блин, я не хочу превращаться здесь. Дайте мне дерево. Твою мать, я сейчас превращусь. Обратно, я не хочу здесь посреди тьмы превращаться, я умру. Я умру, вы в курсе, что я умру и появлюсь где-то хрен знает где. Ну, на поверхности, скорее всего, появлюсь. Блин! Дерево! Дерево! Дайте дерево! Фак. Да я сдох уже. Я ничего не вижу! Нет! 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 Оу! Ауч. И где я появлюсь? Ну? На поверхности. Эй, попытка номер два. Блин, мои все фонарики. Твою медь, фонарики. Вот это, нет. Давай вот это все соберем. И нет смысла идти просто дальше. Мои все фонарики испортились. Моя еда вся испортилась. Я не знаю, сколько я здесь находился, но вся моя еда испортилась. В Честере нафиг никого нет. Вот как мне куда-то идти? Наверх поднимаемся. Давайте посмотрим, что мы здесь исследовали. Очень много пауков. Да. Теперь наша миссия сейчас подняться наверх, набрать пару хотя бы факелов и отправиться сюда, пособирать вот эти все ресурсы, что мы здесь оставили. Что мы нарубали, да? Это будет основная наша задача. Бегом сейчас на нашу основную базу. А я тут думал уже, что зима прошла. Наивный. Мерзну. Бегом. Так, где дерево? Так, Честер, подойди ко мне, пожалуйста. Так, где? О, да. А где моя шапочка? Не знаешь, где шапочка? Ну, ладно. А, хорошо.
Что нам нужно? Во-первых, нам было нужно поесть. Это нам восстановит неплохо жизнь. Так. Сюда. Ой, смотрите, а потихонечку у нас вылупилось что-то. Вот морковь. Да? Я не ожидал. Не, давайте возьмем ее. Пожарим, а только потом положим. Я слышал, так она больше продуктов, ну, пользы принесет. Так, так. И так. А, кукиш давай, делай. Я все продукты уже на самом деле использовал. Все продукты я использовал. Палочку давай кинем хотя бы, чтобы съесть непонятный завтрак. Или можно, к примеру, убить птицу, которую я поймал хрен знает когда. Давай убьем птицу, из нее выпадет перо. Пером мы не наедимся, да и пофиг. Съешь хотя бы суп. Съешь хотя бы суп. От супа тебе станет намного легче. Так, нам надо хотя бы факела. Для этого нам надо... А где моя камень-грелка? Камень-грелки нету. Нет, а, вот, нет, да, вот. Вот камень-грелка. Слушай, клёво, ты согреваешь ее. Блин, а если шарики объединить как-нибудь с тобой нельзя? Они же как-то, ну, то есть наполняется, наверное, да? А, ну, есть идея у меня одна, но это надо будет там, в подземелье, попробовать. Хорошо. Где мне взять траву? Давай, побежали туда. Мне нужна трава и палочки. Но в первую очередь трава. Восстанавливается у нас рассудок потихонечку. Камень желтый, все хорошо. Живем как могем. Отправимся на следующий день, наверное, уже. Потому что, как бы, сегодня сейчас уже наступит вечер. Я не успею. Вот, он уже наступил. Да, начал рассудок падать. Еды у нас нету. А, ничего у нас нету. Я не знаю, как мы будем выживать. Может, перебиваться будем чисто зернышками, знаете, как бы такое. Ну, посмотрим, что. У вас как, жопы красные, не? Не, нормальные жопы. Не размножаетесь. Блин, ну, вашу популяцию довольно хорошо так собаки попортили очень сильно. Очень-очень сильно. Так. Хорошо. Факелы. Сколько там на факелы? Так, и палочки. Где мне палочки теперь добыть? На палочке обратно идти. И, скорее всего, вот на ту сторону, да. Пойдем обратно. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны мысли. Да. Да уж. Бывает жизнь огорчениями, вместо хлеба и печенья. И есть еще вариант, к примеру, можно, я не знаю, усыпить всех кроликов, да, пособирать все, что они там оставляли у себя. И дрыпака давать. По крайней мере, там вроде морковки было дофига, но они морковку наверняка уже съели за столько-то времени. Сколько ж время проходит, да? Пока мы там, тут. А, имеет смысл еще, знаете, что сделать? Поспать, прежде чем опускаться ниже, потому что у нас в рассудках вообще понтецкий. Понтецкий. И нужно будет как-то с этим совладать. Так, факел один, мало. Что такое? Что палочек вообще нету? Палочек вообще нету. Так, мерзнем потихоньку, но ничего. Справимся. Вот еще палочка. Там пауканы дальше. Нет, пауканы далеко еще. Так, собираем палочки. Вот это да, взять надо будет. Так, вот это собери. И вот это собери. Все, обратно возвращаемся. И вот это возьми. Сейчас посадим. Пытаемся посадить, по крайней мере. Хорошо, довольно-таки неплохо, я бы так даже сказал. Не идеально, но живем пока можем, по крайней мере. Так. Так, плент со временем, да, вырастет, может быть. А, так, шишки попали. Вот это собери, чтобы оно не сгорело. Мне оно дорого. Гниль можем попалить. Так, факелы как? Ух ты ж, ё, ты какого хрена? Ты опять ко мне? Смотри, ты ко мне? Да, он ко мне. Ну, спим.
Чекай! 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 Фу, убежали. Убежали, 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 убежали. Ты мне дашь что-нибудь приготовить сегодня, а? Че, мне тебя бить, что ли? Ну ладно, давай. Давай, сразимся. Выходи на бой, как мужик. О, друг мой пришел. Хорошо, давай, свинья, зафигачим его. Давай, мы сейчас убьем его, есть. Только я вот это возьму, в холодильник положу. А не в холодильник даже, а сразу в печь, в казан. Казаночек. А у нас ничего нету. А у нас абсолютно ничего нету. Давай. Я не знаю, хотя бы так сделай. Еще что-нибудь надо найти. Так, еще что-нибудь надо найти. О, нашли. А, стой, положи. Да, выживание у нас, конечно, жесткое. Чувствую, я могу скоро коньки-то отбросить. Так, хорошо. Много живого дерева у нас на самом деле. Скоро полить его уже буду, блин. И мы, собственно, и отправляемся за едой. Я просто очень-очень надеюсь, что все там чики-пуки нормально. Так, хорошо. Вот это вообще можем положить здесь, потому что оно нам не понадобится. Одеваем вот это. Прыгаем. Тралим. Тралим. Тратим долю рассудка. Но ничего. Дерево вот, кстати, валяется. Куча дерева. Сейчас отправимся обратно. Обратненько отправимся. Попробуем, знаете, что сделать? А давайте попробуем сделать, насадить себе... Ух ты. Ух ты. А нам отсюда видно, да? Смотрите, как красиво. Прикольно. Из-за стены убрали, теперь нам много чего видно интересного. Так, нам сюда. Ой, сколько золота. Сколько золота. Дропни, ну. Так, здесь у нас еды нету. Давайте пособираем. И музыка классная. В подземелье музыка вообще шикарная. Вы как? Не бьют. Но норма. Не бьют уже хорошо. Блин, столько морковки. Смотрите, сколько еды пропало. Так, ой, в тебе ничего нету, да? Ну, в тебе ничего и не должно быть. Зато вон сколько морковки. Вот это дропни. Мы будем собирать еще паутинку. Паутинка в верхнем мире нам очень сильно пригодится. А еще вот это нам пригодится. Да. Блин, я трачу зря. Слушайте, хорошо восстанавливает. Зря трачу факел, на самом деле. Ну ничего, ладно уже. Сейчас новый сделаю. Так. Вон еще паутинка, собери. Вот еще паутинка. Там еще паутинка. Так, ну, насчет еды я не знаю. Стоит ли вообще брать сейчас еду, потому что они начнут наверняка атаковать. И давайте, есть у меня идея вот такая вот. Могу я как-нибудь вот это собрать? Ага, ее наполнять можно. О, это хорошая вещь. Ты меня атаковать сейчас будешь? Из-за того, что у меня морковка есть. У меня есть морковка, ты видишь, да? Нет, он только атакует, если у меня есть мясо. Вот еще морковка. Так. Так, хорошо, хорошо.
Тратится, да? Блин, я думал, он не тратится, ну ладно. Ну да, откуда свет тогда идет? Наивный! Ладно. Слушайте, а есть идея здесь поселиться? Тут классно. Зиму здесь переживать довольно, мне кажется, просто. Пережить, переживать. Ну, по крайней мере, не особо просто из-за того, что рассудок падает. Но, по крайней мере, да, я разорюсь на палатках. Так, вот это все возьмем, сейчас пособираем. Так, тихо, ребята. Всегда хотел, не хотел даже, а знал, что очень хорошо, хорош в распалке биом. Тихо. Фу, я думал, я его убью. Думаю, сейчас капец начнется жарево-порево. Я хочу этот биом посадить возле себя где-нибудь. Да, блин, нашел время заниматься дизайнерством. Ну, он прикольный, красивый такой биомчик. Так. Так. Так, хорошо. Соберем это все. Красивый, красивый биом. Хорош, халявный. А, некуда, да? Давай палку. Палку-ковырялку выкинем. Она нам вряд ли понадобится. Так. Собери вот этот вот хворост. Он нам в любом случае понадобится. Да, что ты не собираешь? Ага, на такой камень. Ясно. Ясно. Дело ясное, что дело темное. На самом-то деле. Это такой же биом, я не вижу. Давай попробуем собрать его. Нет, это другой биом. Так, ну что ж, я могу сказать. Дело в том, что нам нужно отправляться назад. Нужно отправляться назад, потому что рассудок у нас жестко падает. Вот это здесь положим. Возьми вот эти доски. Там я еще где-то видел доски. Вот здесь, к примеру. Хорошо. Больше досок не было, да? Да, тут только паутинка вот. Очень много паутинки. Но зато здесь зима меня не ковыряет, скажем так. Так, можно полечиться. Хорошо. О, так, 4% лампе осталось, пора возвращаться. Так, дай такой... Забавные, забавные зверушки, все-таки эти королятины. Но нам, мне нужно будет, если я собираюсь жить возле них, то как-нибудь поаккуратнее по поводу... Так, тихо, землетрясение, мать вашу. What the fuck? Так. Тут много интересных вещей может поупадать. На самом деле. Так, все здесь, я пришел, веревка, да. Клади здесь. Вот эти штучки тоже давайте положим, все здесь. Оно на мне, ну, как бы, зачем оно мне с собой? Так, биом мы набрали, он будет нас согревать. Согревать. Так, поедим, там время у нас идет. Вот эту штучку мы... Нет, давайте ее с собой возьмем, все-таки она нам понадобится. Щиток, морковка. Все, поднимаемся наверх. Там, я не знаю, что-нибудь себе сварганим из еды вкусненькое. И поменяем себе некий биом, хотя он не будет заметен. Он... Ты что здесь делаешь? Хотя он не будет у нас заметен там. Пока зима. Да, и я думаю, все-таки перебираться потихонечку в пещеры. Особенно вот в эту первый аванпост наш. Очень-очень близенький. И очень-очень классненький. Так, а у тебя там что? Ой, да у тебя куча всякого места, которое тебе не нужно. Так, тихо. Я знаю, что я мерзну, погоди. Так, вечер у нас. Я ж тут кучу рубал дров именно бобром, я помню. Так, ну подожди, ну что ты мерзнешь вечно так быстро, а? Вуди, насколько ты офигительен, когда ты бобер, настолько же ты очень стрёмный парень, когда ты парень.
Так, хорошо. Так, где там? Да, близко. О, кстати, себе сейчас сделаем. А, нет, у нас мяса, да? Придется все равно прыгать через червоточину. Что у нас здесь? Угу, понятно. Ладненько. Прыгаем через червоточину. Сильно пострадает наш рассудочек, блин. Ну ладно. Так. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, назад, назад. Так, стой, дай мне вот это. Вот это мне дай. Хорошо. Кукиш. По крайней мере, мясо монстров и то спасает потихонечку. Так, сейчас поедим. Вот прям сейчас поедим. Согреемся. Курточка моя вторая где? У тебя, Честер? Где моя вообще... Не, подожди, не понял. Шо, псы? И... Бля... Ой, пельменики! Ну, это производная от вареников и пельменей. Да? Так, сейчас 70-й день. Начнем. Где моя куртка? Подожди, она разве... Блин, да ладно. Я что, где-то потерял? А существует, наверное, вариант процент потери, если я это оставляю где-то там, да, в пещере, наверное, она там осталась. Я зря, блин, убил мамонта. Так. Едем. И восстанавливаем рассудок. Sleep tent. Danger now. Ты что, прикалываешься? Мне как раз и нужно это сейчас. Твою медь. Ау. Вот так всегда. Вот так вот на самом интересном месте. Ладно, идем опять к буйволам. Нет ничего на свете лучше буйволов. Буйволы. Хорошо, что они недалеко живут. Они ж не... А, вот они. Ой, эта группа и хорошая, смотрите, организовалась уже. А где остальные отстали? А, я палку забыл. Блин, а вот топор. Ну, топор мало бьет. Топор мало бьет. Блин, а где моя палка-ковырялка? Блин! Ау. А! 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 Так, а где второй делся? Я что, убил его? Все, он от меня отстал. Слава яйцам. Он от меня отстал, все хорошо. Хотя можно было бы воспользоваться бы флейтой пана, да и не париться. Ну, да ладно. Блин, прикинь. Вот как я так опростоволосился. Это печалька на самом деле. Вообще-то этот должен восстановить рассудок, но я замечаю, что он... Нифига не восстанавливает. Ладно. Ну, он, может, утром, но да пофиг. Нет, это тоже не то. Так, золотцы набрали немножечко таки хорошего. Греем камень-грелку. И отправимся домой. Там сделаем... Попробуем поспать. А, поспать не получится, потому что да. Хотя, смотрите, как мы сделаем сейчас. Очень-очень хитро и подло. Не понял. Ага, я не туда отправился. Хитро-хитро и подло. Ну? Дом, где ты? А вот ты. Так. Спим. Так, почти нет еды. Это не проблема. У нас есть морковка. И у нас есть вот это. Очень далеко друг от друга я поставил котлы, на самом деле. Не очень удобно. Так, снова нет еды. Кукиш. Распали костер, чтобы не замерзнуть. Что? А, ну да, у тебя еды нет. Сейчас, сейчас, я тебя покормлю, не боись. Я хотел что сделать?
Что я хотел на самом деле сделать? А. У нас там вроде по идее доступно ферме. Нет, не ферме. Выживание. Нет, не выживание. Постройки. Постройки. Или в этом? Нет, не в этом. В этом? Не в этом. В этом, в этом. А, вот. Свиной домик и домик вот. 10 морковок, нифига себе. Это жестко. 10-то морковок. Чтобы один там построить. Ладно, а на тен? Выживание. На тен. Ага, паутинки у нас хватает, веревочки надо много. 3 штучки хватает. И палочки 4 штучки. Палочки надыбаем. Ну, чтобы там сделать себе какое-то, какое-никакое жилье. Внизу, в подвале, я имею в виду. Это будет наш подвал. Вот, хорошо. Что я еще хотел, пока я здесь? Честер, может, ты мне напомнишь, что у тебя есть? А, вот, да. Вот это я хотел. А это не видно. Это надо зимой, летом смотреть. Котел. Котел, да много всего. Так, хорошо, знаете, что мы сделаем? Мы подготовимся, тен я соберу в следующей серии, подготовим на котел, это наверняка вот здесь, да. Ага, 3 камня, 6 этих, то есть я сделаю там себе котел и сделаю там себе тен, чтобы восстанавливать рассудок, да? А там нас кроме рассудка ничего больше беспокоить не будет. Мы отправимся туда, в следующей серии, в эту серию потихонечку будем заканчивать, мы сделаем такой, знаете, экскурс, небольшой попытки проникнуть в ту... так сказать, атмосферу в подземельную, подземную. Вот, и надеюсь, что вам понравилось, и, так сказать, не было довольно-таки скучно. 70-й день, товарищи, живем, 70-й день, не так уж далеко осталось до моего рекорда, 102-103 дня, да, ну, то есть, все благодаря, конечно же, только вам. За ваши советы, за то, что вы смотрите, это безумно мне приятно. В любом случае, всем огромнейшее спасибо за просмотр. Пишем комментарии, ваше мнение всегда важно для меня. Ставим лайки, это поможет для развития канала. А всем удачи, до скорого и не голодайте.